jazz is a healthy fight. Jazz in all music, it's just improvisation, it's creativity, it's expression. Those things, that's very important because it's not regimented. You have the freedom to create what comes through you. And there are not many opportunities that we get that we can just express what we feel. Jazz is life, it's every day. It's everything that you do, everything that you wish to do, everything you dream, everything that you are, everything that you inspire to be, the people that you meet. All of that is in jazz because that's what influences me. That's what influences the music. So jazz is never one thing. It's everything.
следом прозвучит совсем новая композиция, которая еще не имеет названия, как это обычно у нас бывает. И сегодня вы выступаете в роли музыкальных экспертов. Мы будем проверять ее на вас, записывать или нет на будущем альбоме. Поехали. We'll be right back.
Василиса Мороз. Кстати, 18 марта проект «Василиса Мороз Юниверт» дает сольный концерт здесь же, в клубе Алексея Козлова, на этой сцене. 18 марта, 20.00, может быть, 21.00, как у нас сегодня. В общем, приходите. Следом у нас идет один из самых горячих треков нашей программы «Любовь по-испански».
Это была композиция Санжара Турсонова «Central Asia». Виталий Япов. Виталий Япов, ударный. Ну, подходит к завершению наш сегодняшний самый вечер. У нас осталась последняя композиция. Кто-то из вас ее уже знает. Например, вы. Спасибо всем большое, что сегодня вы были с нами. Мы группа The Influence. Никита Блинов. Виктор Потемкин. Герман Сигай. Меня зовут Игорь Терн, группа The Influence. Еще раз всем огромное спасибо. Я забыл, Виталик.
Петя Блинов. Еще раз, Надя Трусунов. Виталий Эпов. Герман Сигаев. Виктор Потемкин. Меня зовут Игорь Дэм, группа Under Influence. Василиса Мороз. Всем большое спасибо, что сегодня вы были с нами. До скорых встреч.